Зверье тут за мной ходит. Всем привет. Отправляюсь на почту окольными путями. У меня собаки смотрят. Короче, помните, кое-кто из вас наверняка помнит, что я играл в 76-й Fallout, когда он бесплатный был. Был очень недоволен этой игрой. Поэтому, ну, видимо, тот Говард зашел на стрим, увидел, что я ругаю игру, и решил подмазаться. Кое-что мне отправил. Вроде должно было прийти. Хотя уведомление мне так и не пришло. Почта России такая Почта России. Вот сейчас проверим, смогу ли так получить. Иду на почту. Да, в какие-то ебеня на самом деле я иду. Вроде помню правильно, вроде в этом доме, но справа. Я имею в виду вот это вот. Это что ли? Ну пойдем. Смотрим. С 8 до 10. Да, все работает. У меня это сюда же для слепых. Ну что ж, я получил таки посылку, забрал домой, все замечательно. Слава богу, прошло все успешно, потому что я шел без документов, ну, в смысле, с паспортом, но мне никто из Почты России не дал по месту, ну, куда должны были доставить, никакого бланка уведомления, что посылка пришла. Если бы мне отправитель не дал ссылочку на то, что вот это вот меня ожидает, оно бы там так бы закисло. Возможно, два варианта, либо отправка домой, либо потрошение посылки в свой счет. Скорее всего, был бы второе. Я думаю, не часто у них там из Европы что-то присылают. Шло это все дело через Питер. Вот он, питерский Питер. И из шведов. От шведов, которые под Полтавой страдать. Ладно, неважно. Сейчас будем вскрывать это дело. Тут запаковано неплохо. Сейчас я ножик возьму. Блять, хорошо запечатали. Так, да, неудобно вскрытие производить. Сейчас я, может быть, даже сначала тогда вскрою, а потом уже продолжу снимку. Потому что тут реально запаковывали хорошо, на славу, скотч не жалели. Одной рукой неудобно. Сейчас я тогда быстро все вскрою и там продолжим. Так, ну что ж, я решил пообедать. Там мой супчик обделывается. Я вот про это говорю, вкусное варево, да, разогреваю себе корыца. Так, картопку я распотрошил, конструкция закрывания, ну как будто у нас в России закрывали, но тем не менее, да. Открываем, что мы видим, ну упаковочный материал, буду пупырку пупыркать. Это что такое, магнит какой-то что ли, что-то тяжелое. Так, и вот, собственно говоря, кружечка Тодда Говарда. Сейчас будем смотреть на кружечку Тодда Говарда. Так, она еще упакована. А, кружечка Тодда Говарда. Все. Видите, дизайн, все дела. Fallout 76 по-любому. Нет, просто Fallout. Ну, слава богу, хотя бы просто Fallout. Тодд Говард, я не хочу играть в 76-й Fallout. Я буду играть в старые Fallout'ы. Окей? You understand me, мистер Говард? Так, убрал пупырку. Угу. Ну вот такая вот херобора. Это коробочка красивая. Сейчас мы на нее наведемся. We change что-то там. Head change mag. Ух ты, она еще что, цвет должна менять? Надо будет проверить. Обычно мы пьем кофе. Ну как раз в Fallout будем играть, будем из нее кофе гнать. Так, ну и здесь написано все на забугорном, потому что это не русское дело. Bethesda Softworks, туда-сюда. Так, ну, кстати, стилизация коробки прикольная. Они на это денег не жалеют. Всякие потертости специально сделаны, ржавчина, типа, дизайнерские дела. Так, тут небольшая заклейка, сейчас я тоже с ней справлюсь. Сложно.
А, кружечка. Тихо, не падать. Сейчас еще не хватало ее разбиться. Иди сюда, я сказал. Кружка-то маленькая. Ну ёпта, блядь. И все. Ну да. Да, присутствует какая-то наклейка. Ее видно, видимо, термонаклейка какая-то. Блин, я сейчас эту кошку удушу нафиг, блин. Термонаклейка какая-то присутствует. Вон, видно ее. Ну, как раз полосочки, блин. Думаю, кружка большая. А моя, которая обычно использую, она больше. Но тоже неплохо. Так, что тут у нас? Bethesda Softworks. Ну, понятно, это мерчендайз такой. Как это называется? Сувенирный. Можно как бы неплохо держать, во-первых, для, скажем так, для карандашей. Ну, с нагревом я проверю. Интересная тема. Там реально будет еще цветнеть. То есть она должна, по идее, тогда с черного делаться вот на такое, на желтое. Это мы проверим. Так что Fallout of Nevada у нас, в принципе, когда? В четверг. Там и проверим, как это будет выглядеть. Вот такое небольшое видео. У меня там уже, походу, похлебочка подгорать начала. Пойду есть, пока она не уничтожилась и не пригорела. Всем спасибо, всем пока. Ах, ну да, конечно. Естественно, это все шутка. Не, тот говор здесь ни при чем. Это мне Лэнс отправил кружку из Швеции своей. Соответственно, вот. А оттуда я приклеил, так сказать, ну, для темы, раз. Тем более, 76 мне не понравился. Это тематика 76-го Fallout в основном. Интрига, ё-моё. Ладно, всем спасибо, всем пока.